Ежегодно городской сад Бреста становится более облагороженным, чем был раньше. Любимое место для прогулок брещан делают уютным новые прогулочные тропинки, площадки и, конечно, свежевысаженные деревья. Акция «Дерево – символ единства» позволила ветеранам города и активистам Белорусского союза молодежи внести свой вклад в развитие города. Теперь 4 красивых липы будут красоваться вдоль аллеи парка. Администрация Ленинского района к Дню народного единства проводится акция «Посади дерево». Для нас, ветеранов, это очень символично. Именно день 17 сентября – единение народов белорусов Западной Белоруссии и Белорусской Советской Социалистической Республики. Мы сегодня собрались, чтобы чисто символически посадить дерево, которое связывает поколения, объединяет наш народ. И объединяет не на словах, не на каких-то там рассказах, а именно на деле. Потому что дерево – это символ жизни, корни, ствол и ветки, и продолжение поколений. Поэтому наряду с ветеранами сегодня в этой акции принимает участие и Белорусский союз молодежи, которые тоже захотели посадить свое дерево. Общее дело всегда объединяет и дает возможность делиться знаниями более опытному поколению с молодежью, взамен получая заряд энергии. И только объединившись, появляется возможность создавать что-то новое. Озеленение нашего города – это огромный вклад в будущее наших детей и страны в целом. Совместный труд особенно значим, и дети, участвующие в посадке растений, становятся созидателями и творцами. Формально сегодня мы просто посадили деревья, но на самом деле мы совершили большой шаг, ведь эти деревья – символ поддержки и единства нашей страны. Подрастающее поколение осознанно принимает участие в подобных акциях и знает, что будущее – это результат сегодняшнего труда. Каким останется город для наших детей, решаем мы. Ведь подобно дереву, которое пускает корни глубоко в почву, наш народ будет процветать и становиться сильнее. В этом суть акции. В этом и суть молодого белорусского праздника – Дня народного единства. Я считаю, что это очень важная акция и правильная, потому что таким образом наше молодое поколение оставляет частичку себя в этом городе, и таким образом мы сможем показывать эти деревья нашим детям, нашим знакомым, показывая, что этот город очень важен для нас. Важно показывать своим детям, что этот город – это наша ценность, наша высшая ценность, и что мы с самого детства начинаем ее облагораживать. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.